Привет, ребят, с вами я забыл. Всем привет, ребят, с вами я забыл. Сегодня на моем канале будет пакцы. Опять пакцы, да. Вон, наверное, они уже достали. Кого бесит пакцы? Поставьте лайк. В общем, у нас сегодня в планах пакцы за Weekend League. Вот. За Weekend League стоит 1 миллион пак. И, конечно же, мы откроем. Сколько мы откроем пакцов? 3 пака откроем. Поехали, первый пак. Фух, эти карточки, если что, продавать нельзя, их можно только использовать, так что давайте первый пак, и это Азар. Это неплохо, это Азар, Ройс, Родригес, Вас, Иску, неплохо. Дальше поехали открывать пакцы, и, конечно же, в будущем будет много таких пакцов. Второй пак, и мы откроем 3. И маленькая звезда, Дибала, неплохо, Пауло Дибала. Предупреждаю, их продать нельзя, так что, скорее всего, пакцов больше уже не будет, но... Жонас, так, неплохо. Так, давайте, ладно. И последний пак. Так уж и быть, открываем последний пак за монеты. И здесь нам падает большая звезда. И... Блин, я думал, это Месси. Но это не Месси, ладно. Это не Месси, но... Я был близок к Месси. Ди Мария. Ладно, короче, давайте откроем 5 паков. Четвертый пак, и здесь должно выпасть хорошее что-то. Месси. Блин, Хумельс. Неплохо. Ладно, Робин. Не, неплохие карточки за Weekend League. Пооткрывайте. Кстати, ссылка на скачивание этого приложения будет в описании. Блин, опять Робин. Ох, короче, давайте добьем. Все паки откроем, все 7 пакцов. Да. Придется открывать. Вот, давайте, еще 2 пака. 2 пака. Фу, пожалуйста, миллион монет. Выпадет Месси. Блин, это один. Не, ну неплохие паки, я вам скажу. Неплохие пакцы. И давайте последний пак, пожалуйста. Суарес! Да! Это Суарес! Неплохо, мне попадает Суарес. Да, могло быть и лучше. Ладно, все, добиваем. Добиваем, последний миллион остался. И мы добиваем эти пакцы. Это знаешь. Если вам, ребят, понравилось видео, так, пожалуйста, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, зайдите в описание, нажмите на колокольчик. Спасибо вам большое за просмотр, и как всегда, увидимся на днях. Счастливо!